Мы не можем видеть галочек. Я подошел поближе, она, короче, дальше идет за ЛДПР. Что скажет? Не выпускай, не прослушай, не выпускай. Председатель будет? Приходит какая-то другая. Саша, сейчас я позвоню. Чтобы мы не видели. Я вот видел, сын, патриот России, ну, разложил. Ну, то есть... Вопрос вообще наши голоса не считать. Хоть какие это голоса? Какие? 8 голосов? Ну, а что теперь? Для чего там вообще... Ага, я перезвоню. Они вообще ставят вопрос вообще не считать КПРФ. Они не имеют права этого делать. Они ничего не имеют права, но они что-то делают же. Мы целый день говорим, что вы не имеете права, а что они делают? Ну, значит, понимаете, сейчас это будет все подано, Следственный комитет. Оно будет дела. Оно будет подано, но факт в том, что как бы результат голосования. Как ну вот, вот СИНА стоит, вот СИНА. Пожалуйста, я предъявляю удостоверение. У меня есть удостоверение кандидата в депутаты Федеральной Думы. Я показываю. То есть я уполномочен. Нас не пускают, пожалуйста. У нас тут председатель избирательной комиссии, царь Бог. Лица, все имеющие право находиться на избирательном участке. С вами говорится, моя фамилия Ирина, Алексей зовут меня.